Всем привет, знакомимся с художниками в очередной раз. Ахилл Билтрам, иллюстратор, как его называли, летописец с кистью и карандашом. Я цитирую Википедию, некие высказывания, которые я нашел в интернете об этом художнике. В одном из них написано, что он родился, когда Италия только что стала единым государством, и умер, когда мания величия в глубочайшем позоре Италии закончилась. Итак, родился в 1871 году в Арциньяно, в городе в провинции Виченца, недалеко от Венеции. Обучался у Джузеппе Бертини в Брере, это район Милана, который, как правило, является синонимом Академии искусств. Молодой рисовальщик сделал свою карьеру подмастерьем в качестве сотрудника Касса Рекорди. Это известный музыкальный издатель из Милана. Рисунки Билтрейна, включая открытки, были настоящей притягательной силой, как мы высказали сегодня. Молодой художник привлек внимание Луиджи Альбертини, молодого издателя влиятельной либеральной миланской ежедневной газеты «Карьера де ла Сера». На рубеже веков иллюстрированные воскресные приложения стали популярными в ежедневных газетах. И Альбертини доверил Билтрейну дизайн своего «Доминика дель Карьера». Для справки, «Доминика дель Карьера» – это популярный итальянский еженедельник. Он издавался в Милане с 1899 года до 1989 года. В 20-30-е годы «Ля Доминика дель Карьера» стала одним из самых читаемых изданий не только образованного среднего класса, но и большей части итальянского грамотного населения. Сегодня старые экземпляры журнала с обложками Ахилле Билтрама и Вольтера Малина пока еще можно найти на итальянских блошиных рынках и в интернете. Билтрейн работал в журнале до 1941 года. За это время он создал более 4000 цветных рисунков. До появления фотографии для прессы это часто был единственный способ визуализировать конкретные события. Провел свою первую выставку в галерее Ранцини в 1941 году в Милане. Очень интересные обложки журнала, с удовольствием сам посмотрел. Надеюсь, вам понравится стиль этого художника Ахилле Билтрама. Ну вот, наверное, и все, что можно было найти у итальянском художнике, иллюстраторе, автора знаменитых обложек популярного итальянского еженедельника «Ля Доминика дель Карьера», сотрудником которого он был 45 лет. Билтрама прошел обучение в Академии изящных искусств, работал плакатистом, художником журнала «Ля Доминик де Карьера». За 45 лет им было опубликовано в еженедельнике 4662 работы. Умер он в возрасте чуть менее 74 лет в 1945 году в Милане. Его рисунки сделали его бессмертным в Италии. Ахилле Билтрама. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего, смотрим работу.